Банк открытия повышает лимиты на снятие наличных для своих клиентов. С 1 апреля пользователи счета могут снимать 1 миллион 200 тысяч рублей без затруднений. Держатели премиум счета в банке получают повышенный лимит до 4 миллионов рублей. Нововведение действует для всех видов карт и для ряда других платежных операций. Для денежных переводов на счета других банков установлен лимит в 600 тысяч рублей. Подробности на сайте.